Синдром Аспергера, черным по белому написано. У меня синдром Аспергера. Я мотался с южного Замкадия на самый север Москвы за лекарством, за единственным жалким лекарством — диазепамом. Это просто кошмар, там орды людей. Толпы, орды людей. Я измотан, в ужасе просто. Я в ужасе, я измотан. Я прошу тебя помочь мне любой ценой, но бесплатно, потому что я потратил все деньги на этот проклятый диазепам. На проклятый феназепам рецептурный. У меня нет больше денег. Я смогу заработать только в следующем месяце. Меня эта Москва измотала в край. У меня синдром Аспергера. А я мотаюсь в метро в час пик. Я весь измотан в крайне сильной степени. У меня депрессия. У меня нету ни будущего, ни девушки, никакого будущего нету вообще. Единственный друг у меня — это Владимир и Андрей. Так помогите мне!